Здравствуйте, уважаемые Дмитрий Анатольевич, Геннадий Андреевич, Владимир Вольфович и Сергей Михайлович. Меня зовут Екатерина Макарова, порно-актриса Мэйси Сэнс. И мне не безразлично будущее нашей страны. Сейчас игнорирование криптовалюты – это значит игнорирование прогресса. Потому что я считаю, что за криптовалютой будущее. Если мы сейчас сможем узаконить криптовалюту одними из первых в мире, это даст стране огромный шанс выйти в мировые лидеры. Это мое мнение. Вот. И если вы усилиями своих фракций сможете узаконить биткоин, эку и эфир, то я со своей стороны сделаю то, что я могу. Я воплощу в реальность любые ваши фантазии. Абсолютно любые. Вот. Примите закон и можете принимать меня во временное пользование. А очередность определяется на основе представленности в Госдуме. У кого больше мест, тот и первый. Итак, побывающим. Спасибо за внимание.